Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре интересный девайс на тему электрики. Это тестер розеток, или как написано на коробке, сокет тестер. Кроме модели, на коробке не указан даже бренд, хотя тестер бренда GVDA. Хотя по-английски будет правильно GVDA, а по-русски просто GVDA. У них он называется Socket Tester Pro и позиционируется как прибор для профессионалов. Есть небольшая инструкция на английском языке, где указана вся информация. Сам прибор небольшой, представляет из себя что-то типа умной розетки, у которого есть вилка, под нормальный европейский стандарт. Сверху на лицевой части есть три светодиодных индикатора, по которым и происходит диагностика. Вся расшифровка написана ниже. Также по центру есть небольшой жидкокристаллический дисплей, а внизу кнопка и светодиод. Все эти органы управления мы рассмотрим далее. Разберем прибор и заглянем вовнутрь. Четыре винта находятся под наклейками. Здесь мы видим достаточно аккуратный монтаж, без каких-либо следов флюса. Теперь от слов к делу, давайте посмотрим, как все это работает. Предположим, что у нас есть розетка, причем полноценная с заземлением. И нам нужно проверить правильность ее подключения, то есть правильно ли подключено защитное заземление, а также не перепутано ли оно с фазой или нулем. Но мастера бывают разные. И вот если вы видите зеленый экран и сверху горящие две точки, значит розетка подключена правильно. При этом здесь также отображается и другая информация. Например, текущее напряжение сети, потенциал между рабочим и защитным нулем, а также ток проверки дифференциальной защиты. А как только мы переворачиваем прибор и меняем фазу с нулем, подсветка экрана становится оранжевой, то есть прибор считает неправильное подключение. И по коду ошибки мы видим перепутанными местами фазу и ноль. Но это логично. Также в случае отсутствия защитного проводника, прибор также будет считать это подключение неправильным и загорается один индикатор по коду ошибки отсутствия земли, при этом фаза 0 находится на своих местах. Вот конкретный пример такой проверки. Пилот, в котором 4 из 5 розеток имеет защитный проводник. Также этим прибором можно определить, где фаза, а где ноль. Смотрите, при помощи индикаторной отвертки определяем, что фаза находится с правой стороны. При этом, если устанавливаем прибор правильной стороной и кнопка смотрит вниз, то загорается зеленый индикатор, а значит по умолчанию у прибора фаза также находится справа. Узнаем точность измерения прибора при помощи моего мультиметра RM102. Как вы видите, значение отличается на 10 вольт. Прибор для проверки розеток завышает. Об этом, кстати, также пишут и в отзывах на этот прибор. Но с другой стороны, это же не измерительный прибор, и точные значения здесь не особо важны. Хотя ребята могли бы исправить этот косяк. И напоследок еще одна полезная функция – это проверка срабатывания УЗО. Что такое УЗО и как это работает, вы можете узнать в интернете. Конкретно я подключил прибор через диф-автомат с дифференциальным током 30 мА. Сейчас показываю, что сам автомат рабочий. Для проверки нажимаем и удерживаем в течение 2 секунд красную кнопку. Если есть УЗО и оно правильно подключено, то у вас просто пропадет питание в розетке. Если же есть какие-то проблемы, то просто загорится красный светодиод внизу около кнопки. Перед таким тестированием настоятельно рекомендуем отключить все электроприборы с этой линии. Вообще прибор достаточно интересный, но подойдет скорее всего не всем. Я вижу его предназначение в проверке правильности подключения розеток, например, в свежеотремонтированной квартире, так сказать, для проверки электриков или для быстрой диагностики неполадок. Также правильнее проверять работу УЗО непосредственно на месте потребителя, то есть в розетке, а не нажимая кнопку в щите. Такие устройства выпускают несколько брендов, есть много одинаковых с разными наклейками. Ссылочку на этот я оставлю в описании. Спасибо всем за просмотр, ну а на сегодня все, всем удачи, всем пока.